В целях выявления фактов нарушения карантинного режима сотрудниками районных управлений полиции Департамента полиции города Шымкент и специально созданной мобильной группой выявлено 1206 правонарушений. Из них в ночных клубах, кафе, ресторанах, компьютерных клубах, букмекерских конторах выявлено 262 факта. В парикмахерских, массажных салонах, банях, саунах, салонах красоты – 60. Проводившие свадьбу или другое – 195. В магазинах, торговых домах, на рынках подтверждено 372 случая. В зонах отдыха – 2, в других местах – 315. Также нахождение в общественных местах без масок – 312 фактов. Все документы направлены в Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг города Шымкент.